Ну ладно, привет! Здравствуйте, дорогие подписчики! Хочу вам рассказать про печку. Обычная печка. Это я, кстати, сейчас у родителей. Я, получается, приехал 2 недели назад и сделал вот такую печку. Абсолютно такая же печка, только поменял печное вот это отделение. Печное отделение поменял. Сейчас вам покажу внутри вообще, как это все там. Вот папа у меня заложил в 3 часа дня. Сейчас уже 10:30, да? 10:30. Вечера это получается 7 часов горит. Вот такое вот ведро. То есть вот этого угля достаточно на 7-8 часов. Дома вообще сейчас Ташкент. Тепло. Плюс 22. Смотрите, ребята, вот он чемоданчик, он полностью получается в глыбе углубленный. Полностью обложенный. Вот только вот сбоку, то, что вы видите, и сверху получается. С этого на... Ну, от этого видно, получается, сбоку чемодан вот этот виден. А так он полностью заложенный кирпичом. Вся фишка его вот в чем. То, что кирпичи нагреваются и непосредственно отдают тепло этому чемоданчику. Вот. Вот какой момент. Этого чемоданчика недостаточно для отопления. Здесь получается поверху идет. Ну и потом, конечно, по низу возвращается. Сама труба, она очень большая. Это, наверное, вот эта пятерка или сороковка труба. А обратку у нас уж еще больше, кстати. Здесь я не знаю, наверное, сантиметров 7, наверное, примерно. Сантиметров 7, наверное. И вот здесь вот второй чемоданчик поверх этой плиты чугунной. Это получается где-то, его, наверное, длина 40 сантиметров, высота сантиметров 15. Я его обложил тоже, кирпичом обложил. В общем, вся фишка в том, что все тепло аккумулируют кирпичи. Кирпичи непосредственно дают тепло в воде, получается. Чемоданчику. Это получается 2 чемоданчика. Один маленький поверх плиты, другой побольше. Полностью тоже с этого углубленная в кирпичную глыбу. Ну, от нее, конечно, жар вообще офигенный. То есть кирпичи вообще горячие, прямо вот прикасаться вообще. Вот она, вот эта глыба, она уже раскалена. Конкретно. Вот спальня вообще тепло прямо. Вот я вам сейчас покажу. Вот трубы пошли. Это у нас зал. В общем, такие дела. Сегодня они так орали. Так вот здесь я вот. Хожу. Вот ребята. Здесь. Такое вот. Ну, в системе, наверное, воды, наверное, сколько примерно? В системе литров 100 -то точно есть воды. Дом 10 на 10. Дом сделанный из кирпича силикатного. Толщина стенки 2,5 кирпича получается. Ну, вот такая вот печка. То есть все просто. Ну, здесь вот раньше здесь стоял котел, прямо скелет такой, прямо огромный. И от него вообще толку мало было. А вот с этой печкой, да, у нас получается отец сжигал, говорит, 6 тонн сжигал угля. Ну, при этой печке, говорит, тонны 3, наверное, 2-3 тонны, говорит, достаточно будет. Ну вот, ребята, делайте такую печку. Ну, это, конечно, ваше решение, делать, не делать. Но я сделал. И, в принципе-то, отец очень доволен.
этой печкой. Ну вот, такие дела. Это вот здесь мы сделали. Ну, типа звонит, потом он вытаскивает. Это обязательно должно быть закрыто. То есть поддувало закрыто. Подача непосредственно отсюда, то есть кислорода, поступление. То есть достаточно маленько открыть и будет. Эконом-вариант – это когда все закрыто. Когда ты хочешь маленько, чтобы жарче было, тогда непосредственно эту прикрываешь, открываешь слегка. Допустим, вот так вот. Вот так вот. Этого отверстия достаточно, чтобы поступление кислорода. Хочешь, чтобы печка еще сильнее горела, ну, соответственно, больше делаешь вот так вот. А если эконом-вариант, то вообще закрываешь. И вот она будет шаять, получается. Она не гореть будет, а шаять. Ну, в общем, вот такие вот дела, ребята. Ну, все, ребята, все. Всем пока. До встречи.